Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из города Санкт-Петербурга задержали жительницу северной столицы. Она подозревается в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленница создала в теневом сегменте интернета онлайн-магазин, предлагавший различные виды наркотических средств. При этом доставка криминального товара велась через один из популярных в нашей стране маркетплейсов. На его сортировочном складе полицейскими были изъяты 123 коробки с запрещенными веществами, в том числе уже адресованные для доставки получателям в Москве, Пскове, Казани и Краснодаре. Дома у владелицы товара оперативники обнаружили еще 57 готовых к отправке коробок с наркотиками, а также весы, упаковочный материал, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, уже отправленные адресатам посылки были изъяты из пунктов выдачи сотрудниками УНК Главного управления МВД России по Московской области. Следователям Следственного управления УМВД России по Колпинскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанной.